Добрый день, уважаемые гости санатория! Вас, как всегда, приветствует ресторан здорового питания. И в его лице шеф-повар Анжелика и я, врач-диетолог-эндокринолог Собянина Людмила. Сегодня мы будем с вами готовить очередное вкусное, низкокалорийное и питательное блюдо. Наше блюдо представлено преимущественно белком и овощами. Белок очень важен организму. Именно белок нам нужен для того, чтобы в организме вырабатывались гормоны, ферменты и создавалась мышечная масса. Именно благодаря мышце наше тело выглядит молодым, стройным и спортивным. Идеальное сочетание продуктов – это белок с овощами. Овощи – это наша клетчатка, витамины и минералы. Итак, я передаю слово Анжелике, которая будет готовить потрясающее блюдо. Сегодня мы будем готовить тимбал из цыпленка с овощами. На гарнир будет спагетти из овощей. Для этого нам понадобятся продукты: грудка цыпленка, сыр тофу, корень сельдерея, чеснок, морковь заранее уже отварная, репчатый лук и болгарский перец. Готовим начинку. Мелко нарезаем болгарский перец. На сковородку наливаем масло растительное и отправляем туда болгарский перец, мелко нашинкованный. Берем сыр тофу, нарезаем наш сыр также мелкими кубиками, слегка обжаренному болгарскому перцу. Мы припускаем сыр. Пока обжаривается болгарский перец и сыр тофу, измельчаем мелко чесночок. Помещаем его. Обжаренная смесь готова. Мы ее убираем в сторонку. И приступаем к приготовлению соуса. Берем корень сельдерея. В кастрюлю с кипящей водой опускаем корень сельдерея, мелко нарезанный. Пока наш сельдерей варится, мы нарезаем репчатый лук. Морковь у нас заранее отваренная, также нарезается кубиком. Лук пассируем на раскаленном масле. Лук готов. Вставляем его. Ставим наш сельдерей. Лук отправляем к сельдерею и провариваем 10 минут. Пока наш лук с сельдереем провариваются, мы сделаем, подготовим формочку для тимбала. Нам понадобится вот такая кокотница. В нее наливаем немного растительного масла и хорошенечко ее смазываем. Дно, стеночки. Заранее приготовленный фарш я распределяю его по кокотнице. Толщина стенок и дна должна быть не более 5 миллиметров. Наша форма готова. Прошло 10 минут. После этого мы помещаем нашу отварную уже нарезанную морковь. Вода немножко выкипела, можно немножко добавить. И провариваем еще 5 минут. Наш болгарский перец и сыр тофу мы отправляем вовнутрь, как начинку, в кокотницу. Добавляем наш соус овощной и делаем крышечку из фарша. Наш тимбал готов, отправляем его в духовой шкаф на режим пар при температуре 100 градусов на 10 минут. Прошло 10 минут, наш тимбал готов, отставляем его в сторону и приступаем к приготовлению спагетти. Для этого нам понадобится болгарский перец, мы его тоненько нарезаем соломкой.
цукини. Также его разрезаем. И также режем соломкой. Нарезанную соломкой цукини мы помещаем в гастроемкость с перцем и приступаем к нарезке моркови. Морковь я заранее отварила. Нарезается соломкой. Помещаем к овощам. Красивая смесь получается. Теперь мы берем чеснок. Также мелко его измельчаем. Чесночок. Добавим овощи. Все это перемешиваем. Без добавления масла мы помещаем также в духовой шкаф в режим пар на 10 минут. Теперь наше блюдо нужно оформить. Наш тимпал с гарниром готов. Блюдо приготовлено на пару, очень легкое, низкокалорийное. Приятного аппетита!